Сколько вы уже не спите, Алексей Николаевич? Именно в этой части акватории Финского залива наиболее часто встречается такое уникальное явление, как плавающие острова. Причину этого природного феномена стоит искать в грунте, который представляет из себя слоеный пирог. Даже если один слой смывает талая вода, то второй за счет переплетения корневой системы достаточно прочен. Девушки, подождите. Угу. Давайте знакомиться. Меня Игорь зовут. А мы знаем. Ой, очень приятно. Игорь. Игорь. Света. Здрасте. Света! Света! Я сейчас. Привет. Привет. Иду. Сейчас. Здорово. Здорово. Привет. Спасибо. Я очень люблю тут гулять. На закате надо сесть вон на той скале, видишь? Ага. И смотреть на море. Оно такое же бесконечное, как наша жизнь. Ты чего улыбаешься? Не знаю. Я не могу долго сидеть на одном месте. Мне кажется, что жизнь — это движение. А как же деревья? Они вон все время на одном месте стоят. А плавающие острова? Там деревья путешествуют, даже с некоторыми животными. Вон видишь дерево? Видишь? Вижу. Оно все мои тайны знает. Все-все! Да! Все-все! Да что ж ты делаешь? Смирно! Оставьте нас! Слушай, товарищ майор! Ты у меня мразёныш. Завтра в атаку в первой линии встанешь. Я из тебя героя Советского Союза сделаю. А не сделаю, сам кончу. Без особого отдела и трибунала. Ты меня понял? Так точно. Собирай манатки и живо за мной. Что такое? Живо бордаж! Садись. Гранин! Лейтенант!
Остапченко! Здравия желаю, товарищ майор. Я тебе. Ты куда? К себе во вторую. Давай запрыгивай, подброшу. А? Что, серьезно? Ну так вот, все 15 километров на себе этого бугая и тащила. Да, Игорек. Мне Самсонов говорил, ты просил людьми пособить. Ну да, полроты осталось. Да и те, коллеги. Ну тогда принимай пополнение. Гранин. Петров. Слышь, браток, ну притормози-ка. Михаил Иванович, покурим? Ну и какого же рожна ты мне такой подарочек цепляешь? А что случилось, лейтенант? Ты все же знаешь, что самострел у него. Значит так, никакого самострела не было. И запомни это, Игорек. Крепко запомни. Лучше воспитывать его, забирай в штаб. Я с ним нянькаться не буду. Ты мне глазами не сверли, я же не девка. Нянькаться с ним не надо, а вот дурь вышибить из него придется. Да мне бойцы нужны, а не барышня с пансиона. Возьму я его завтра за колючку, он к фрицам. Ты меня от особистов отмазывать будешь. Так кончай демагогию. Это приказ. Все ясно, лейтенант Гранин? Так точно. Выполнять. Вот это компот. Ты как, компот? Так, царапина. Глянь, как лейтенант. Живой, котеныш. Как думаешь, сколько их? Четверо. Патронов маловато. Слушай приказ. Бери лейтенанта и дуй к нашим. Так не пойдет, комбат. Либо все, либо никто. Это приказ. Выполняй. Слушай, там у тебя в штабе команды, Михаил Иванович. А здесь я, командир. Понял? Я приказываю. Комбат! Ханс, контролирует den Wagen. Ja, wird gemacht. Так в ушах звенит. Я говорил, что герой из тебя сделаю. А? Видал, Игорек? Игорь. Помоги мне. Игорь! Лейтенант! Лейтенант, Игорек! Игорь! Гранин! Лейтенант! А что же вы вчера вечером к нам в ординаторскую-то не зашли? Да. Мы вас ждали, ждали. А что вчера было? А, я уснул. После ужина. Ой, вот это вот нехорошо обманывать. Я к вам вчера в палату заходила, и вас там не было. Да-да-да, Игорь. Ну ладно, простите меня. Да он сидел на скамеечке, книжку читал. Ну, держите-ка. Хорошо. Готовьте его к операции. Ассистировать вызовите Синявского. Товарищ подполковник, решите на выписку оформиться. А, Гранин? Так точно. Вам по-хорошему лежать у нас еще недельки полторы-две. Так можно до конца войны долежаться, а. А с вами, лейтенант Побед, быстрее наступит? Быстрее, намного быстрее. Ну, ладно. Завтра внесу тебя в список. Спасибо, Алексей Иванович. В отпуск. Из госпиталя. На два дня отпустили. Давно дома-то не был. 41-го. Вау.
Поняли? Ну все. Бабзин, здрасте. Лысенко, ты чего сделаешь-то? Слышь, Валера, открой дверь. Давай поговорим. Ты что говорю, Валер? Что надо? Я тебе говорю, открой дверь. Да не открою! Слышь, двигай отсюда, Гранин, двигай! Я прописан здесь, прописан на законных основаниях. Я тебе говорю, открой дверь, разговор есть. Будешь буянить, я тебе ментам сдам. Вали отсюда! Да лысый падла их немцам сдал. Личным до квартиры довел. Сам видел. А я не видел бы, не балакал. И он на балконе посмолить вышел. А Лысенко тварь. Их и повел к ним, к твоим. Я сразу понял, что к твоим. Агранович эти, Бруки, Маркины, они же уже давно в гетто. А твои-то они не шибко на евреев-то были похожи, но они не пошли. А Лысенко тварь. Он лично им дверь открыл немцам и стоял, улыбался. А через день, и сам туда въехал со своим выводком. В их квартиру вселился, сука. Куда? Куда? Домой? Да не ходи. Расстреляли. Что ты сказал? Да в 42-м еще. Мать твоя. Каждый день им харчи таскал, а потом с картошкой поймали на площади, их всех вместе и расстреляли. Я думал, ты знаешь. НКВД откройте. Почему? НКВД. Что ты, товарищ майор? Садись. За что перебыл? Комбат.
победу. Лучше бы ты после своего госпиталя ко мне не возвращался. У меня приказ отконвоировать тебе в особое дело. Раскопали, тварь. Завес Абисов. А ты бы что делал, если бы твою жену с ребенком какая-то паскуда немцам сдала? За Павлика простил бы? Че это? Жизнь твоя новая. Митрохин Алексей Николаевич, рядовой. Ты его не знал. 2 недели назад из резерва прибыл, вчера погиб в разведке боя. Давай. Свою книжку давай. Что теперь? Ничего. Теперь рядовой Митрохин. Гвардии лейтенант Гранин Игорь Эдуардович. Вчера погиб в разведке боя. О чем будет доложено в особое дело? И похоронку на меня выпишешь. Ну, не на себе же. Тебе теперь все равно. Родные-то твои. Или остался кто? Никого. Да, тут комбат Лепяхин просил хорошим разведчиком подсобить. Так что определяю тебя во 2-й батальон. У меня тебя особисты за сутки вычислят. Да и из своих кто-нибудь настучит. Так что... Довоевывать будем врозь. Все ясно, рядовой Митрохин. Спасибо тебе, комбат. Ну, спасибо, тут не отделаешься. После победы стол в ресторане «Метрополь». Коньяк, армянский 5 звездочек. Всяко. Света, шепни Петрову, что жив. Петрову шепни. Стой! Да, чуть не запалили с тобой. Погоны снимай, и медальки тоже. Рядовой Митрохин свои медали должен теперь сам зарабатывать. Отсюда до Лунева максимум 20 минут. Докладывает мне лично. Товарищи офицеры. Здравия желаю, товарищ подполковник. Какими судьбами, Геннадий Иванович? Где Гранин? Свободная. Что случилось-то, Геннадий Иванович? О, чайку? Ты мне зубы не заговаривай. Где Гранин? На задании. На каком задании? На секретном. Идиота из меня делаешь. Не получится. Последний раз спрашиваю Аргунов, где Гранин? Гвардии лейтенант Гранин находится за линией фронта, выполняет задание батальонной разведки. У меня приказ отчитываться лично перед начальником штаба генералом Кумачевым.
за разглашение секретности трибунал. Ты думаешь, у меня на тебя управы нет? Думаешь, генерал Кумачев всю жизнь твою задницу прикрывать будет? Ты сейчас в героях ходишь, потому что бардак кругом, грудь колесом. Боевое братство, фронтовая дружба. Но все когда-нибудь кончается, и война скоро кончится. И вот тогда мы свидимся, я тебе слово даю. Согласен. С чем? С тем, чтобы война побыстрее кончилась. Вот и Павлик. Здравствуйте. А вы мой папа? Я так надеялась. Мне даже сон приснился. Так странно совпало, да? И приметы, и возраст. Ну, ничего. Ничего. Будем искать дальше. Ну, где? Где будем искать? Я не знаю. Капитан Тереченко рассказывал бойцам анекдот о Маленкове. Смешной. Кто? Анекдот. Я не запомнил, Геннадий Иванович. Жаль. Майор Торопов ворвался на полизанятия в пьяном виде и угрожал расправой начальнику академии и некой усатой мрази зарывал армии. Кого он имел в виду? Утверждает, что свою тещу.
При чем тут теща? Да понимаете, Геннадий Иванович, она у него армянка и действительно усатая. Я проверял. Тогда что ты мне это подсовываешь? Все? Так точно. А, простите, вот еще. Подполковник Ргунов Михаил Иванович вел антисоветскую пропаганду. Это свидетель с комбатом. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А комбат дома? Простите, а вы, собственно, кто? Позвольте, я войду. Руки отсохли. Простите. Позвольте представиться. Митрохин Алексей Николаевич, боевой товарищ Михаила Ивановича, ну и, надеюсь, друг. 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 А его нет. Жаль. Когда вернется? Лет через 25. Его арестовали за антисоветскую пропаганду. Статья 58, часть 2. Как же он уже? Извините. Лет через 25. Его арестовали. За антисоветскую пропаганду. Статья 58, часть 2. Лет через 24. Давай за ним. Лейтенант! А что этому от органов бегаем, а? Товарищ Митрохин. Кто я? Одесса! Одесса! Ну ты чего? Ты чего побежал-то? Я думал, упустил! Одесса, гад! Ты смотри, так куришь! Ну все, поехали, поехали! Что на сухую-то? Поехали! Я, между прочим, минут 2 срисовал. Кого? Машину твою. Ой, да ладно! Ну поработаешь, раз. Я нормально работаю! Полтора года, а? Полтора года не едем, Одесса! Пустите! Гражданский, говорит, товарищ Тарков! Мне нужно с ним поговорить! Да что, в русском?
никакого языка не понимаете. Видите, товарища полковника сегодня нет. Ну приходите что? В пятницу, прием на часы. Я не могу ждать до пятницы, значит, я буду ждать его здесь. Все. Что вы себе позволяете? А ну-ка прекратите. Ну-ка встаньте со стула. Я не встану. Я сейчас охрану. Вызывайте. Да, гражданка, она переходит все границы. Ну-ка убирайтесь отсюда. Что вы, как вы смеете? Не смейте меня. Ну-ка убирайтесь что отсюда. Что происходит? Уберите руки. Товарищ полковник. Вы свободны, лейтенант. Есть. Что вам угодно? Я хочу знать, на каком основании его арестовали. На каком основании? У него три ранения. У него два ордена Красного Знамени. Он преподает в академии. На каком основании, понимаете? Друзья, товарищи офицеры, внимание, значит, секундочку, внимание, у меня доступ. Значит, в этот замечательный вот такой. Я хочу выпить, товарищи, я прикажу за нашего товарища Виктора Аргунова. Ну, может, не такой. Столу. Интересно. Почему это красивые бабы всегда выбирают себе таких мужланов? Дуры. Не скажи. Это на дуру не похоже. Ничего, ничего. На нашу долю тоже, может, кое-чего перепадет. Как тебе? Вон те две. Коль ты же знаешь, я употребляю только первый сорт. Грабить тут миллионы, целовать так королев. Так что, товарищи, ура! Ура, товарищи, ура! Ура, и Горько, Горько, товарищи! На каком основании? У него три ранения, у него два ордена Красного Знамени. Он преподает в академии. На каком основании, понимаете? Вас как зовут? Елена Денисовна. Вот что, Елена Денисовна. У меня как раз небольшой перерыв. Если хотите, можем вместе пообедать и там все спокойно обсудим. Согласны? Хорошо. Прошу. Колесики запасные нужны? За что въехал, Бакланчик? Да ни за что. Здесь все ни за что. Статью какую вышивают? 58-10. Да куча кинтяра тебе тужили. Еще один фашистик. Ну, двигай, что ли. Раз. Извинись за фашиста. Буры, что ли? Извинись. Не, ну точно в натуре буры. Фашисту за фашиста извиняловку исполнять. Официант. Что ж, если все обстоит так, как вы мне рассказали, то это печально. Я, конечно, постараюсь со своей стороны сделать все возможное, чтобы разузнать, в чем именно его обвиняют. Вы меня понимаете? Да, я понимаю. Спасибо вам. Пока не за что.
Десерт подавать? Подавайте. Простите. Нет-нет-нет, что вы, курите. Мне даже нравится запах хорошего табака. А мне хороших духов. Кстати, у ваших замечательный запах. Эй! Такие дела. С комбата. Я ведь все собирался к нему заехать. Думал, сейчас это с работы все утрясу. Будет чем похвастаться. На работу тебе петь интересная. А что работать не поехал, Леонида? Не осталось там никого. Мы эвакуироваться не успели. Ну и в блокаду. Скажи, зачем он это делает? А? Ты правильно все делай, правильно. Учитывая, так сказать, уроки прошлого. Какие уроки, если снова война? Как в 41-м до Волги раком? С офицерами из пацанов. Потому что фронтовых всех заможи. Да не всех. Декабристы, понимаешь? Мы по Европе прошлись, посмотрели, как там люди живут. А вернулись здесь все тот же голяк. Нужно продолжать или сам доедешь? Да все молятся на него. Да не верит он молитвам, Леша, не верит. У него одна вера. Вот в это. Ты как, поможешь мне? Готовим крылышки. Крылышки готовим. Прошу вас, не волнуйтесь. Как только я что-нибудь узнаю, я обязательно вам сообщу. Я вам очень, очень признательна. Я даже не знаю, как вас благодарить. Не стоит того, тем более благодарить пока не за что. Да ну что вы, я понимаю, как вы рискуете. Я хочу сказать, что я очень рада, что у Миши есть такой друг, как вы. Настоящий. Спасибо. До свидания. До встречи. Налево. На допрос. Заключенный Аргунов доставлен. Заходи. Ну вот, Михаил Иванович, и свиделись. Помните, я обещал? Я смотрю, Геннадий Иванович, вы уже полковник. Нам ли стоять на месте в своих дерзаниях? Всегда мы правы. Михаил Иванович, вам сейчас не об этом надо думать. Вам надо думать о своей судьбе. Своей семье, о жене своей. Она у вас красавица. Не трогай ее. Не надо. Уж как разволновался. Сядь-ка. Итак, по нашим сведениям, вы, Аргунов Михаил Иванович, говорили, что немецкие дороги хорошие.
Стало быть, рассуждая логически, наши дороги плохие, так? Нет. Миш, что немецкие дороги хорошие, говорил? Говорил. Ну и значит, наши дороги. Что? Геннадий Иванович, вы же сами воевали. Вы все видели. Там, где я воевал, таких, как ты, близко не было. А вот такие фронтовички, как вы, лучше бы не воевали вовсе. Наш народ голодал, проливал свою святую кровь. 4 года вел тяжелую войну с фашистами для того, чтобы потом такие, как ты, этих фашистов восхваляли. Ничего, ты скоро на своей шкуре узнаешь, что это такое быть фашистским прихвостнем, фашистским подпевалой, фашистской подстилкой. Так, Михаил Иванович, вопрос прежний. Если у немцев дороги хорошие, значит, у нас плохие, так? Если у немцев дороги хорошие, значит, у нас плохие! Если у немцев дороги хорошие! Лакпум 14-18. Называется ЛАЗО. Для сроков от 20 до 25 лет. Не считая тех, кто там дослужил с 37-го. В общем, обычный лагерь по сравнению с ЛАЗО-курорт. Я бы на твоем месте хорошенько подумал. Да поздно придумать, поздно. Рассказывай. Свириденко Константин Викторович. Кличка Полонез. Держит этот лагерь 3 года. Вор в законе. До войны щелкал сейфы, как орешки. Без его разрешения в лагере ничего не происходит. Учти это. Немировский Александр Петрович, инженер-строитель. Арестован на Урале в 39-м за вредительство. Лагерь с 40-го самого основания. Можно сказать, он его и построил. Да ты что? Ценный кадр. Да. Для твоего плана бесценный. А это кто? Начальник зоны. Грумель Игорь Николаевич, майор. Уже год как у нас в разработке. А он-то чем перед вами? Плохо мордует защитников Родины? Ну, это отдельная история. Этап! Стой! Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Налево! Во! Ну что у вас, без происшествий? Да, все нормально. Всегда. Эй, начальник, а когда у нас-то шамовка будет? А то я что-то не привык с фрицами в одной очереди стоять. Ну, рот закрой. Этап, на колени. Руки на затылок. Я сказал, на колени. Ты чего, начальник, тушенки перехавал? Мы их на фронте драли, а теперь ты хочешь нас на колени перед ними поставить? Ты лучше нас здесь качай, начальник! Алексей.
Еще желающие есть?